Друзья мои, снова всем здравствуйте! У нас вторая часть, 305-е видео. С вами Екатерина. Итальянский серебряный сериал. Первую часть обязательно посмотрите, девочки. Шикарные красоты, великолепные ниточки, коралловые, ониксовые, с накаром, с розовым кварцем, ну, раухтопас. Очень красивые, великолепные. Классика жанра, просто прелесть. А сегодня, вернее, не сегодня, а сейчас во второй части я буду показывать. Мы с вами остановились первую часть на данном кольце. Сейчас уже сконцентрируемся с вами на Италии. Украшение в золоте 18 карат, розово-лимонного цвета. Мои контактные данные оставлю в комментариях под данным видео. Кольцо одно маякую, девочки. Шикарный перстень. И, значит, в начале видео сразу хочу сказать, что до конца февраля все украшения, которые я вам буду предлагать, которые я вам показываю сейчас, будут с 5% скидкой, окей? До конца февраля вы можете приобрести все в нашем салоне, все, что вы хотите, с 5% скидкой, за исключением тех украшений, которые у вас в отложке уже приличное количество времени. У кого отложено, у девочек, да, в ваших кейсах, ваших сейфах, то вы знаете, само собой. Поехали, остановились на этом кольце, да? Мои контакты, у нас оплата PayPal, банковский счет, контакты в комментариях под данным видео. Ожерелье показала одного шикарного мастера, авторские работы. Сейчас начинаю показывать ожерелье итальянских брендов с красивыми принятыми кораллами. Здесь у нас миль 1015 евро с 5% скидкой. Вот такое шикарное ожерелье, девочки. Шикарное ожерелье. Кораллы. И здесь вставочка серебро в лимонном золоте. Золото 18 карат. Великолепные самоцветы. Качество коралла наивысшее. Вы абсолютно спокойно можете данное украшение носить с вашим золотом, с вашими золотыми украшениями. Я хочу снять, чтобы у меня мои лепешечки... Это у меня Аминочка. Катюша золотая. Если вот такие лепешечки, ты еще раз увидишь, купи мне, пожалуйста. Мне очень нужно, девочки. Ну, так когда я что-то вот такое себе возьму, я вот честно хочу сказать, это производит эффект. Это нормально, и это неплохо. И я радуюсь, что это так. Я у вас в авторитете, и я у вас в этом, в хорошем смысле слова, да, как для некоторых это как немножко мотиватор, для кого-то это как... А, да, вот я раньше не обращала внимания, а теперь я вижу, что это можно и нужно носить, и нужно купить. А о той энергетике, которая исходит, да, излучает наши украшения, потому что проходят через мои руки с любовью для вас, а вначале они проходят через через руки итальянских мастеров, которые для нас, для девочек, для всех русскоязычных, кто меня слышит, понимает и хочет приобрести, делают с любовью такую красоту, такие украшения. Посмотрите, какая прелесть, девочки. Вы посмотрите, какая прелесть. У меня просто нет слов. Это ожерелье, вы можете, это шедевр. У него очень интересная история. Это ожерелье отложила Анечка. Аня, напишите мне, Аня с Украины. Это было еще 2 года назад. Это было еще до февральских событий, в 2022 году. И она платила постепенно. Она один платеж первый сделала, он небольшой этот платеж. Потом мы с ней писали друг друга. Она говорит, Катюша, наверное, не буду я его покупать. Я возьму на ту сумму, которую я оплатила, другое украшение. Я не помню, она это сделала, не сделала, потому что у меня под запись все это нужно смотреть. Аня, напишите мне, что мы с вами делаем с этим ожерельем. Но я его хочу, вернее, уже понятно, что она его не берет, поэтому я вам предлагаю, девочки. Это уникум, это в одном экземпляре, это уникальная, красивая, дорогостоящая, великолепная, ни с чем не сравнимая вещь, как и большинство, конечно же, украшений, которые я показываю. Но кто меня смотрит и смотрит давно, знает, что было все, такого не было. Мы не повторяли это. Это всегда было, есть, остается в одном экземпляре. Вот такая красота. Великолепнейшее, на мой взгляд, украшение. И у вас, девочки, есть возможность сейчас приобрести его с 5% скидкой. И кто хочет, с этим кольцом, и тоже 5% скидка. Вот такое великолепие. И чтобы не быть, так сказать, уже без сережек, потому что, ну, это просто серьгам быть в моих ушках, 217 евро сейчас я надену. Тураночка, привет, Азербайджан. Ну, скоралка уже ангела, такие здесь. Смотрите, какие лапочки забрали. Не могла не забрать. Кольцо не понравилось, когда закупали серьги. Вот, показываю.
Это не будет один в один одинаково, потому что это натуральные кораллы, девочки. Замочек омега, будет при ушке, на ушке. Они небольшие, иногда вот нужно, когда шикарное ожерелье, оно такое, он бросается в глаза, да. Моя прическа такая сегодня интересная. Вот. И вы видите, ну оно просто шикарно. Что, как говорится, сам доктор прописал? Девочки, красивая история. Подходят эти сережки с кораллами, подойдут под очень многие ожерелья, которые я вам показала в первой части. Посмотрите, 305-е видео, первая часть. Кто будет, возможно, кто-то первый раз включится, начнет смотреть с этого видео. Посмотрите, у нас очень много колец с кораллами. Все, что вы увидите в каких-то видео, до этого видео, да, вот где начинается, по-моему, я в красном платье, девочки, да, там вот два видео назад, и мы начали скидки. Смотрите эти видео, берите украшения, выбирайте все с 5% скидкой до конца февраля. И, соответственно, если кто-то захочет кольцо любое, я сейчас на витринке вижу массу колец с кораллами, не хочу повторяться, но давайте достану я одно, какое-то достану, да, и вам покажу, вы сейчас увидите всю эту красоту. Красоту, красоту, какой же мне достать? Ну, давайте я достану вот это. Ну, например, так, как пример, давайте достану вот это колечко, почему нет? 405 евро, 5% скидка, девочки. Смотрите, какая красота. Сюда, но к сережкам к этим не очень. Но если, не советую с серьгами это кольцо. Это кольцо с этим ожерельем, да. Эти серьги с этим ожерельем, да. Но все вместе я уже не вижу, потому что сюда надо что-то более... Либо такое же кольцо, либо нечто другое, понимаете? Да, но тем не менее, одно из кораллов. Видите, какой крупный коралл, оно разъемное. 405, 5% скидка. Вот такой шикарный перстень с натуральным кораллом. Такой будет только у вас, девочки. И больше ни у кого. Только у вас. Хисус Флора. И больше ни у кого. Это когда в Испании чихают, то не говорят, там, будь здоров, хотя это тоже можно сказать. Говорят, Хисус. Так интересно. Вот. Так интересно. Каждая страна это свой мир, свои традиции, свои привычки, свои какие-то, да? Свои какие-то дела. Давайте еще раз посмотрим. Давайте еще раз посмотрим. Хризопраз, девочки. А я что сказала в начале видео? Принит? Я не помню уже. Это хризопраз, да? Да. Иногда бывает, когда вот уже... Когда много ответила, много чата, много общения, потом начинаешь вспоминать, это правильно я сказала, неправильно я сказала. Девочки, в одном экземпляре. И никогда не будете иметь повторы. Никогда. Но для тех, кто хочет более миниатюрную историю, я хочу вам предложить, и у нас было нечто подобное такого качества. И когда я вижу такое качество, это невозможно упустить. Здесь 435 евро. Смотрите, какие кораллы. Смотрите, какая отточенность, смотрите, какое великолепие. Ни крапинок, ни включений, ни пупырчатости, ни родинок, ни вставочек, ни рытвинок, ни опористости, ничего. Вот идеальнейший коралл, идеальнейший коралл. Серебро в лимонном золоте, золото 18 карат, 435 евро. В одном экземпляре, естественно, удлиняющая цепочка. Я сейчас застегну поближе, чтобы вы увидели, как это смотрится. Девочки. Ой, ну можно, нет? Секундочку, мои хорошие. Ну, так как здесь нечему разбиваться, то, как говорится, все здесь идеально, мои хорошие. Прошу прощения. Ну, значит, уйдет из салона. Значит, уйдет из салона. Значит, убежит, улетит. Убежит, улетит. И будет радовать свою хозяюшку. Так, сейчас проверю, все ли. Ты ли, чё ли? Все ли? Сразу по фразе, да, девочки? Вот, и что-то какой-то анекдот я вспоминаю, что-то какой-то анекдот свеженький, сейчас уже не вспомню. Красиво очень, мои крошки, очень красиво. И с этими серьгами, вот здесь нежная история пошла, нежная история. Красиво, девочки, нет, вы не находите? Ну, оно разное, у данного хозяйства свой эффект, свой эффект. Привет всем девочкам, у меня Людочка, какие мы красивые хризопразовые шары, огромные, красивейшие ожерелья. Ой, девочки, сейчас вспоминаю, все у меня мои девчонки практически на слуху, но не все помню, много, конечно, что уже продано, что уехало. Красивая, очень красивая.
Очень красивая, великолепная работа. Снимаю данные серьги, и мы с вами продолжаем. Сейчас будем смотреть такой комплект, что просто можно... Девочки, я обожаю янтарь за легкость, я обожаю аквамарины за красоту, за глубину, за великолепную цветовую гамму, которая идет практически всем. Если кораллы, возможно, кому-то да, а кому-то нет, то здесь смотрите, какая прелесть. И посмотрите, какая здесь работа, девочки. Смотрите с обратной стороны. Сейчас я надену, потом все рассмотрим. 435 евро, мои хорошие, это стоит, но это как золотое просто украшение. Серебро в лимонном золоте, здесь отточенность великолепная. Красивые аквамарины с блеском. Ну, каждый просто, вот был еще один комплект, но этот был красивее, чем другой комплект. Это была такая красота, и он не тяжелый, посмотрите, какая прелесть. Не тяжелый, пропорционально на ушке, центр тяжести, вот сам штифт, все так продумано. Все сделано настолько специально для нас, для девочек, для модниц, кто любит крупничок, девочки. Очень красивый эффект, очень красивый эффект. И это еще не все, потому что к этому есть кольцо, 327 евро. 327 евро. Кто может себе позволить такой комплект? Девочки, украшения класса люкс. Я понимаю, что это не 3 копейки, но это действительно стоит того. И я отбирала этот комплект. Был еще другой, он был дешевле. Там были не те камушки все-таки. То, что выбрала я для вас в этом случае, это красота. 327 евро. Аквамарины и янтарь 327. Разъемная на любой размер. Смотрите, какой перстень. И это издалека. И это действительно, и ну здесь уже просто... Я думаю, что это любой девушке, которая обожает самоцветы, когда это получит, просто будет любоваться, уснет в этом комплекте, да, потому что не захочет его снимать. Настолько он красив и великолепен. И если бы я имела возможность приобрести в свою коллекцию, потому что, как говорится, кораллу рознь, аквамарина аквамарину рознь, янтарь янтарю рознь, бывает просто настолько законченность, да, такая работа и такое вот, что это украшение долго вспоминаешь. Ну, вот это тот самый случай. Очень красивая вариация, поверьте мне. Поэтому у кого нет еще... Да, это немножко похоже на тот комплект, который вот у нас восьмерки, да, были бесконечность, восьмерки, да, восьмерочка. Вот, но здесь видоизменена шинка, она более фантазийная, она более... Вы видите, как сзади здесь все. Больше здесь серебра. Ну, очень красивый комплект, действительно. Я уже даже не знаю, чтобы вам сказать все мои... Я говорю к тому, что, девочки, понимаю, что не 3 копейки, но и не может в приоре свои такое украшение стоить 3 копейки. Но вы не пожалеете. Он себя оправдает, когда вы его получите. Уверяю вас. Очень красивая вариация. Для тех, кто любит, хочет, понимает, может себе позволить. 435. Вблизи на ручках сниму. Здесь перламутр очень красивый. Вставочки в аквамаринах. Ну, наикрасивейшие. Пропорционально здесь все красиво. Мастером все это настолько подобрано, что просто нет слов. И это еще не все. Будет еще один комплект, который вы тоже сможете приобрести с 5% скидкой. Ох, девочки, когда я увидела, у нас есть один наподобие, но там меньше коралл кожи ангела, и там немножко, ну, немножко по-другому. Здесь, когда я увидела, думаю, ну, нет, это надо брать, потому что здесь нефрит коралл кожи ангела. 303 евро стоит вот этот перстень. Посмотрите, какая лепота. Огромные кораллины кожи ангела без черных своих включений. Всегда коралл кожи ангела на камеру белит. Это да. Он немножечко такой как бы белевый, он не розовый. И смотрите, какая прелесть, девочки. 303 евро с 5% скидкой у вас. И мы, конечно же, забрали 389 серьги. Великолепнейшие. Кто может себе позволить, девочки, позвольте себе. Здесь немножко уже отличается от янтаря, видите, когда он завальцован сзади, камушки завальцованы. Но давайте сейчас смотреть. Тоже класса люкс камни. Посмотрите, какая прелесть, девочки. Он розовей в жизни, чем на камеру, предупреждаю. Штифт занижен. Замочек у нас с вами омега. Штифт занижен, легчайший. Это, конечно, уже легче, чем аквамарины, которые, несмотря на то, что янтарь он легкий сам по себе, но там все-таки и серебра, и аквамарины, все такое. Вот вы понимаете, да? Смотрите, какая лепота. И посмотрите, какая красота. Девочки, очень. Нет слов, только как в мультике. Очень-очень-очень. Как в кино, да? Это в каком-то мультфильме что-то с этим такое. Вот я помню.
Великолепная, на мой взгляд. Великолепная. Очень красивые девочки. Зеленый этот настолько красивый, настолько этот цвет шикарный просто. И коралл кожа ангела. Слов нет. Вы смотрите, я вместе с вами любуюсь, не знаю, на кого смотреть, на вас, на кольца, на серьги. Это просто, девочки, очень красиво. Вот идеальный, вот что первый комплект я вам показала, да, что вот этот просто идеальнейший, на мой взгляд. Поэтому для тех, кто захочет, то, пожалуйста, девчонки, может быть, вашим. Это придет вам именно этот комплект, никакой другой, потому что он один, как и первый, который я показала до этого. Ну что же, я хочу показать вам аквамариновый перстень, одинарочку за 235. Тут просто нет слов. И по шлифовочке, и по всему, девочки. 235 у вас с 5% скидкой. Шикарнейший, девочки. Шикарнейший. На 17,5 он на разъемную можно сделать. 235 и 5% скидка. Так что так, мои дорогие. Что бы еще вам показать? Я думаю, что на этом я остановлюсь, потому что остановлюсь. Я думаю, пускай будет меньше, потому что когда я вам показываю очень много, вам сложно сделать выбор. Шикарное, шикарное кольцо, девочки. Шикарный перстень, кольцо, как хотите, так и назовите. У кого нет аквамаринов, обращайте внимание, мои хорошие. И у вас есть возможность приобрести с 5% скидкой, девочки. Какие цитрины великолепные были в прошлом видео. А, вернитесь, это просто нечто. Окей, мои хорошие. Ну что же, я буду заканчивать мое такое с охами-вздохами, да, видео. Я жду вас всех в WhatsApp Viber. Выбирайте украшения, покупайте, приобретайте, будьте еще красивее, чем вы есть. Безусловно, вы украшаете наши украшения, однозначно, девочки. Но без украшений тоже никуда, потому что, чтобы ваша красота, наша сверкала ярче, мы с вами будем наслаждаться такой красотой. Всем желаю море счастья, море красоты по старой доброй традиции. Мы увидимся в следующую пятницу. И жду вас в комментариях, WhatsApp, Viber, делайте ваш выбор. Сокровища, сокровища. Очень много вам всего показала. Хотела все сейчас взять вот так преподнести, да, в камеру, показать вам все эти ожерелья, которые с первой части. Но не буду этого делать, потому что у меня тут все уже разложено, порядочек. Сейчас буду снимать видео на ручках. Все, девочки, отключаюсь и увидимся с вами в следующую пятницу. 5% скидка до конца февраля.